привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу с вами поделиться, рассказать о новых продуктах, которые я использую в своей ежедневной рутине. Хочу рассказать о своем уходе за кожей лица. Я попробовала новую торговую марку, потом далее приобрела еще новые продукты, и хочу вам рассказать о их свойствах и положительном эффекте. Это видео будет такое положительное, именно классные продукты, которыми я очень довольна и вижу в своем уходе результат, что эти продукты положительно влияют на мою кожу, мой цвет лица. У меня сейчас такая задача, чтобы сделать красивый цвет лица и чтобы использовать минимум декоративной косметики. То есть я хочу не казаться свежей, молодой и красивой, а на самом деле быть таковой. Итак, начнем со скраба. Это мягкий скраб с крупными достаточно такими частичками, которые помогают очень хорошо проработать все лицо, очистить, промассировать и улучшить кровоснабжение. Новая торговая марка Envy. Здесь объем 75 мл. Срок годности после вскрытия упаковки 12 месяцев. У скраба я должна подчеркнуть и отметить приятный аромат, абсолютно не свойственный для уходовой косметики аромат ежевики, каких-то лесных ягод, косточек винограда. Очень-очень приятная одушка. Скраб необходимо наносить на влажное лицо, но я предпочитаю наносить на очищенную кожу любым умыванием, промокнуть полотенцем, и чтобы это было что-то среднее между влажной кожей и сухой. Тогда я могу лучше скрабом проработать все лицо. И я уже просто заметила, что лучше выглядит контур лица. То есть я достаточно сильно массирую и прорабатываю свое лицо. Необходимо в среднем массировать лицо минуту-две. Можно оставить скраб на своем лице дальше на 2-3 минуты, и полезные вещества будут впитываться здесь. Здесь содержится активный комплекс. Содержатся пептиды, овса, ржи, пшеница. Далее содержится витамин Е и гранулы жожоба. Кожа очень гладкая, напитанная, красивый, ровный цвет лица после этого скраба. И мне очень нравится, как выглядит именно контур моего лица, подтянутый, и скулы более рельефные. Как я уже говорила, очень довольна этим скрабом. Далее, следующий продукт – это антивозрастная маска на основе розовой глины. Торговая марка Envy. Эту маску необходимо использовать после глубокого очищения скрабом. От 1 до 3 раз в неделю, вы уже смотрите по своему состоянию. Я использую часто. Скажу честно, использую часто. Сейчас очень жарко, и мне хочется качественного, хорошего очищения кожи. И у меня сейчас на лице абсолютно нет никаких высыпаний. Хотя я и раньше не страдала, как бы это не моя проблема, но иногда случались редко, но очень метко какие-то глубокие неприятные высыпания. Маска 75 мл, такой же объем, после вскрытия срок годности 12 месяцев, и косметика не тестируется на животных. Мне нравится у этой маски точно так же приятная ягодная отдушка, они очень схожи между собой, первый и второй продукт. Далее у нее очень приятный цвет, то есть вы не будете шокировать окружающих, когда там на вашем лице, знаете, бывают зеленые, сиреневые маски. У нее приятный персиковый цвет, и она практически незаметна на вашем лице. Мне это очень нравится, что не нужно быть похожей на дочку Фантомаса старшую. Это маска на основе розовой и белой глины. Также здесь содержится масло виноградной косточки, витамины F и E, пептиды ржи, овса и пшеницы. Эта маска улучшает кровоснабжение, соответственно, улучшает цвет лица. Кожа выглядит невероятно красивой, бархатистой, нет жирного блеска, но и при этом она не матовая. Просто невероятно красивая, как персик. И также улучшает упругость, тонус кожи. Как я сказала, выглядит такими скулы более очерченными, подтянут овал лица. В общем, я ей очень-очень довольна. Она невероятно нежная и при этом действенная. Далее, следующая торговая марка – это Pixi. Обожаю торговую марку Pixi. Здесь будет уже такой кислотный уход, несмотря на то, что лето, несмотря на то, что жарко. Но я знаю, что я делаю, я не могу просто жить без кислотного ухода. Тем более, что это косметика для домашнего применения, я не делаю кислоты в салоне, я полностью за своей кожей ухаживаю сама, поэтому это не страшно.
Я знаю, как это можно использовать. Главное, выходя на улицу, использовать хороший SPF. Итак, я покажу сейчас вот такой вот overnight peel. Я уже пользовалась, соответственно, смотрите, здесь такая упаковка, что находится пипеточка, и вы делаете буквально несколько капель для нанесения. Изначально была обычная крышка, я их поменяла, потому что уже очень активно пользуюсь. В этом серуме содержится гликолевая кислота, она стимулирует клеточный обмен, очень мягко кожу отшелушивает, нежно. Я не чувствую никакой сухости, очень комфортно в применении. Я, насколько не люблю не мои эти все кислоты от The Ordinary, и насколько я обожаю торговую марку Pixi. Значит, этот серум можно использовать под крем, под какую-то еще сыворотку увлажняющую. Я наношу этот серум и дальше покажу следующий продукт, которым я, так сказать, запечатываю окончательно свое лицо для лучшего эффекта. В этом серуме содержится также экстракт алоэ вера, он действует успокаивающе на кожу, и огуречный экстракт, он снимает отечность. Очень довольна этим серумом, соотношение цена-качество. Не знаю, что еще добавить. Красивый, ровный цвет лица, кожа бархатистая, шелковая. Нет сухости, какого-то такого ощущения обезвоженности. Очень довольна, могу вам смело рекомендовать. Кто любит кислоты, так же, как и я. И вот этим продуктом я запечатываю окончательно свое лицо после этого overnight серума. Это масло, но масло не с розой, вот это вот известное Pixi, а с жасмином, поэтому будьте аккуратнее и внимательнее, если вы хотите попробовать из-за аромата, из-за душки он может понравиться, это масло может понравиться не всем, но я такие ароматы странные, тяжелые люблю и обожаю. Здесь точно так же объем 30 мл после вскрытия, срок годности 24 месяца. И точно такая же упаковка, девочки, смотрите. Вот оно совсем жиденькое, это маслечко. Пипеточка. И упаковка, кстати, стекло. Точно такое было оформление, была крышка. Я снимаю, буду выбрасывать, я не буду это хранить, это просто я оставила для видео. Назначение этого масла – восстановление от потери влаги, улучшение цвета лица. Это основная фишка этого видео – улучшение цвета лица. Что чудесного делает это масло, кроме того, что у него специфический аромат, защищает от потери влаги, дальше обладает антиоксидантами. Здесь витамин С, косточки винограда и богато на омегу-6. Мне очень нравится это маслечко, оно жиденькое, отличается от остальных, которые у меня были. Я выдавливаю несколько капелек, растираю между ладонями и наношу на все-все лицо. По истечении времени масло впитывается и практически на моем лице не остается жирной пленки, что мне очень нравится, меня это радует, и я своей кожей очень довольна. Чудесные торговые марки, соотношение цена-качество и есть результат. Пока я не купила это масло, Pixi, я пользовалась вот этим вот Nuxe. Тоже мне нравился эффект. И далее напоследок хочу показать последнюю покупку. Это будет вот такой вот порошок для ванны. Это тот случай, когда я не смогла пройти мимо магазина с шикарным, красивым оформлением. Это косметика из Львова. Украинское производство, и, по-моему, в Киеве продается только в Глобусе. В любом случае, я все ссылки на всю косметику оставлю в инфобоксе под видео. Это вот такой вот банановый порошок. Красивая упаковка, а-ля в стиле таком жена Бонапарта, Наполеона, разумеется. Открываем колпачок. И здесь вот такой порошок. Просто высыпаете, я полную ладошку высыпаю и наполняю ванну. Этот порошок не делает ни пены, ничего. Он просто имеет невероятный красивый банановый аромат. Нежный, очень красивый.
Здесь написано много различных свойств этого порошка, и что он делает воду мягкой, и что он улучшает кожу, обогащает ее витаминами А, Б, Е, С, делает защитный барьер. Девочки, перевожу с украинского. И даже убирает растяжки. Ну, я в это не буду углубляться. Мне нравится из-за аромата и то, что кожа выглядит немножко как такая масляная легкая пленочка. Не противная, не липкая, а действительно кожа выглядит увлажненной и так действует очень расслабляюще. Вот такое вот баловство. Красивая огромная банка. Я не сказала объем. 300 миллилитров. 300 грамм. 300 грамм. И срок годности после вскрытия 6 месяцев. Приятно получить на подарок женщинам, девушкам. Просто такое баловство. У них много-много всяких штук еще было в магазине, но я все время смотрела именно на эти банки. Мне так как бы особенно ничего не надо было. Да мне и этого порошка не надо особенно было. Ну, просто так вот вышло. Баловство, порадовать себя. И очень тяжелая упаковка. Очень. Смотрится неплохо. Все, девчонки, таким было видео о моих, можно сказать, фаворитах в уходе. Я сейчас именно пользуюсь вот этим вот уходом для лица. Под глаза по-прежнему я использую вот этот вот крем от Сездерма. В принципе, из новинок это все. Спасибо вам за лайки, спасибо за комментарии. Девочки мне пишут и в директ очень много. Всех взбудоражила тема по поводу выпадения волос. Я так говорю сейчас с улыбкой, хотя это не смешная тема. У многих девушек проблемы. Многие мне пишут в директ, девочки, но если у меня подтвердится мой результат положительный по поводу лечения моих волос, я обязательно сниму видео, видеоответ, мои рецепты, как я смогла побороть этот недуг. После того, как у меня будут уже официально документы с анализами на руках. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Я вас всех знаю, всех помню, кто мне когда пишет. Девочка мне писала по поводу, кстати, ухода за лицом. И говорит, я там ваша зрительница, я вас смотрю там с такого-то, такого-то видео. Говорю, я знаю, что вы моя зрительница, я даже знаю, в какое время вы обычно по ночам смотрите мои ролики. Наверное, ее это немного напугало, но я же вижу просто отбивку на телефоне, кто когда смотрит, кто когда лайкает. Все комментарии, я стараюсь каждому отвечать. Все, вас поблагодарила, мне было вас приятно видеть, пусть даже виртуально. До скорой встречи, скоро будет видео о покупках, будет конкурс на канале, так что следите. Всем пока!